На улице такая вот красота. Дорогие мои подписчики, зрители, гости канала. Всех-всех я приветствую. Всем говорю здравствуйте. Поздравляю всех с первым днем Масленицы. Началась Масленицкая неделя. Значит, что? Проходит зима и наступает весна. Так что всех с праздником. Всем, чтобы у всех получались хорошие блины. Чтобы поднимались. Так, а я, видите, на улице погода замечательная. Я вот настирал целую чашку. Ну, конечно, не я стирал, машинка стирала, но все равно я туда ложила, вынимала. А сейчас буду развешивать. Вынесла на улицу свою вешалку. Сушилку, а то скажешь, сказала. И сейчас буду вешать. Все, повесила. Так, зашла. Управилась. Накормила всех, напоила. Белье повесила, с утра постиралась. Так, надо, наверное, завтрак что-ли приготовить. Блины блинами. Ну, сейчас стоять блины печь, мне неохота. Надо заболтать, не знаю. Мне кажется, мне вот лучше нравятся блинчики. Блины как-то я не очень. На дрожжах. Ну, надо. Что-то надо. Потом, наверное, блины заболтаем, да? А сейчас, наверное, просто кашки. Что-нибудь полегче. Ну, короче, я уже есть захотела. Кое там попуталась, походила. Ведра потаскала. Зерно молола. Ну, еще надо молоть. Вот такие дела. Да, сегодня Юля уезжает. Ну, дед сегодня их день рождения. Круглый, да, 70 лет. Они отмечать не будут. Она говорит, тетя Галь, приди, чайку попьем. А вы мне опять скажете, опять пошла с пустыми руками. Нет, не с пустыми, не покажу, что понесла. Вот такие дела. Ну, на день рождения они не отмечать, но просто... Ну, и идти тоже чуть-чуть неохота. Ну, как бы ради уважения. Схожу. Деду 70 лет. Остался вот без бабки. Плохо. Все фраерятся, когда около бабки, а потом остаются, и все. И плохо. Бабки остаются как-то легче, а вот дедам хреновато.
Ну, вот такой получился у меня завтрак. Каша с изюмом, с маслом и с медом. Кофе. Ну и сыр. Да вроде ничего, да? Так что, друзья, всем приятного аппетита. Положишь, кто это такая? Я там... Я не знаю, ты может, какая-то родная Моисея. Девчата мне вот такой. Смысл, да? Шикарно. Она стучала. Но ты понимаешь, мне врач сказала, большая врач. Говорит, ты это, если к столом поедешь, ну как, к стоправ к столу. Да. Я зову к столу. Да. Она говорит, ты спроси у него, есть ли у него... образование, ну, и это, допуск, то, чтобы он тебе поступил. 70 лет исполнилось. Лохмачу этому. Отрепался. И что толк-то? Как много? Чего? Ему 73. 73? Кому 73? Вы чего? А что, 51? А? А я думал 77, а я говорю юбилей. Ну сейчас 71, сколько молодец, хоть нет. Не говори, я тебе глянь. А, ты на 10 лет старше меня? Юля, а я ему говорю 70, даже на камеру все не сказала. А я тебе 74, моя. Вот это висит, Ольга, поэтому вы и подумали. Нет, я дом даже сказал, говорю. А это, охрень, что мне Марс Бондарем поздравлял. Этому 70 лет, хрень-то. Юбилей был бы тут уже скоро. Она у меня в друзьях. Понятно, я это. Фервант ебаный, я его пошел нахуй. Солнышко про глаза. Ну вот видите, все, я перепутала. Думал 70, а я муж 73. Да я знала, что он на 10 лет старше меня. А я, Юль мне отдала мою емкость. А я глянула, коробку конфет. Лежит коробка конфет. Я не знала, что дорогой. Ну вот, видите, презент у меня. Чайку-то попьем. Спасибо, Юль. Молодец, я даже... Удивлена. Не то, что удивлена, я говорю, не пива себе. А это моя штука у него. Так, ну пока мы ходили, а я до этого пошла и заболтала блины. Сейчас вам лоханулась. Мне надо было утром пораньше поставить. Да взять туда блин как бы. А я чуть... Сейчас покажу вам, какой тест. Назрястый стал. Ну, говорят так, назрястый. Видите, какой? Я немножко садку сюда добавила. Сейчас постоит еще и буду выпекать. Просто у меня не дошло до меня. Утро началось сегодня очень такое. 4 часа слушала политинформацию от Михаила. Так что голова уже не работала. Решил посеять гелиотроп. Ну что же, купила. Что-то мне земля не очень нравится. В ней столько дерьма, столько вот этих лохматушек разных. Вы посмотрите, что есть. Я вот через вот эту просею, хотя бы посеять. Она не очень. Вот тот раз в магазине я взяла в своем, какая земля была. Прям вообще без единого этого. А и тут. Ну ладно, прикупила. Вроде бы прошлый год брала. Была хорошая. А и тут посмотрите, палок сколько. Ну ничего, сейчас спроси.
Дорогие мои, я что хочу сказать. На этой неделе, на Масленицу, надо хотя бы вот в день один блин, но обязательно спечь. Можно его съесть, не съесть, но обязательно спекти надо. Чтобы в доме пахло блинами. Ну, мне тесто прям обалденное. Я немножко туда дрожжец, столовую ложку, наверное, жидкость, молоко, но потом добавила еще водички, сахар, соль, яйцо и мука, и все. Крышкой. Как говорится, какой назрест-то тесто. Пока второй печется, сейчас помажу маслицем и посыплю песочек. Маленький ножик у меня. Вот такие получились обалденные блины. Сейчас покушаем. Надо с молочком, с холодным. Вкуснее. Чего я девчатам не спекла с утра? Юль с Машей. Вообще сейчас вся обтужилась. Очень вкусные. Даже не чувствуется ни дрожжи, ничего. А это вот осталось тесто. Я ее оставлю на накваску. На ночь сегодня сделаю. А завтра еще успею. Ну, я по старинке. Ой, ну блин, вообще обалденные. Целый блин почистила. Не очень толстый. Так что пеките. Всем приятного аппетита. А я замочила таблетки. Торфяные, а то подумать какие. Сейчас я их... пополам разрежу. Вот так. И повтыкаю лобыль. Так, ну вот так у меня все получилось. Таблетки я поразрезала. Туда насыпала вермикулит. И вот ту землю дурацкую, которую просеивала. Такая она. Тоже туда. Сейчас посмотрим. Что за эти... за охрану-то.
Здесь вот по 5 штук в этих. Как петуни, наверное. Ага. Как я не люблю эти грамы, вот пипец какой-то. Ё-ка. Даже он не вылазит. Здесь тоже 5. Только. Какие-то овенькие. Ну и свежие семена сразу вон расползаются. Так, гранул все растворились. Сейчас я туда вниз водички еще налью. Так, пока. Так, ну что, посеял я лобылью. Вот сюда посеяла. Вот. А это вот какие не взошли, в эти стаканчики еще посеяла. И тут они сходили. И здесь пусто. Ну вот посеяла. Что-то устала. Сейчас пойду. Флокс не буду сегодня сеять. Завтра посею. Пойду отдохну. А то мне еще зерно молоть надо. Вынесла собаке, кошкам блинка с масленицей. Сейчас их поздравлю. Ждут меня. Ой, все разорались. Жрать захотели. Я ее высохла на улице. Ну, высохла, но не до конца. Но так почти высохла. Сейчас занесу в коридор. Или в ванну. Ванну поставлю, досохнет. Но так хорошо почти выветрилось. Вышел на улицу, чуть холодно. Ветер какой-то прям холодный. Всего 5 градусов мороза, но холодновато уже вечером. Подмораживает сильно. Сюда прошли утки. Наворочили. Тут растаяло, они купались. Я и не видела. Обнаглили. Так, ну осталось мне зерно намолоть. Сейчас ведро намелю, наверное, вот большое одно принесу. А завтра тогда побольше. Что-то я сегодня устала. А что устала? Вроде ничего такого не делала, да? Ну, посеяла там. И все. Посеяла. А, к Денисам ходила. Ходили. Что еще-то? Да ничего такого больше. А, да, я сегодня с 4 часов не спала. Михаил Полит информацию читал мне. Какая я хреновая, какая я плохая. Так что, правда. И вот устал сейчас уже к вечеру. Мне что-то силы все вымотались. Ну, наверное, была подпитка от меня. Полит информация. Так что, дорогие мои, сейчас буду молоть. На этом я буду видео заканчивать. Потому что я гляжу, все маленькие, прям коротенькие видео делают. А я вам большие чему делаю. Может, и не интересно никому. Ой, ладно, не будем. Как получится, так получится, да? Как сделаю, так и сделаю. Не, ну просто вот, например, там сеют лобыли. Они сеют ее весь этот... ролик. Или блог, как там называется-то. А я изо дня понемножку беру. А что я делаю? Так, ладно, на этом я буду заканчивать. Друзья, ставьте пальчик вверх, подписываемся на канал. А я всем говорю вам здоровья, мирного нам неба, чтобы все у нас хорошо было. Позитивчик нам. Ну и все.
Всем говорю пока-пока. Обнимаю вас, ваш Галюня.